Избирательные бюллетени готовы, сообщила сегодня на брифинге руководитель областного избиркома Татьяна Лебедева. В них 14 фамилий кандидатов, которые продолжают борьбу за места в законодательных органах различного уровня. Всего документов предоставят 4. 2 бюллетеня в Государственную Думу и 2 по голосованию за партии и кандидатов, выдвигающихся в региональную. Все они будут защищены тангирными сетками и микрошрифтом, чтобы никто не мог подделать оригинал. Кроме этого, в верхнем правом углу будет голографическая марка с несколькими степенями защиты. Будет проставляться печать участковой избирательной комиссии и в этом месте и 2 подписи членов участковых избирательных комиссий. 15 сентября бюллетени передадут в участковые избирательные комиссии, а уже с 16 начнется видеонаблюдение на участках. Стоит отметить, всего их 536, 220 оборудованы камерами, в других поставят видеорегистраторы. Кроме того, заблаговременно проверят, охватывают ли приборы все зоны голосования. Напомним, что для жителей отдаленных населенных пунктов и тех, кто не может прийти на выборы по состоянию здоровья, будет организовано выездное голосование, а все остальные избиратели смогут отдать свой голос без привязки к месту регистрации. Главное – заранее подать заявление в избирательную комиссию, в МФЦ или через портал госуслуг.